Сегодня мы с тобой приготовим очень вкусную домашнюю нутеллу. Для этого фундук нужно измельчить в блендере до состояния пасты. У меня на это ушло примерно 15 минут. Вот так должно получиться. Затем к пасте добавляем какао, сухое молоко, растительное масло и подсластитель. Снова все хорошо пробиваем. Далее переливаем все в баночку на 180 грамм и отправляем в холодильник на час-два. Вот и все, наша домашняя нутелла готова. Все очень быстро, просто, но и безумно вкусно. Приятного аппетита!